Давайте я вам расскажу историю нашего 5-го отряда. В 1952 году, во время позиционной войны, после 5-й битвы в Корейской войне, наша армия начала кампанию партизанских снайперов, добившись впечатляющих результатов и уничтожив более 50 тысяч врагов. У нашего командира, Лю Вэньу, была лишь винтовка Мосина. У нее не было прицела, и нужно было стрелять вслепую, при дальности стрельбы в 600 метров. Но даже с таким оружием он умудрился стать лучшим во всей компании партизанских снайперов. Он прославился и прославил наш 5-й отряд. Снайперы! Слева направо! Вы должны целиться. Один в водителя, другой в пассажира. По команде. Все вместе. Готовься. Раз. Два. Шли. Кто промазал? Ложись! Вжаться в землю! Дайон, здесь. Лярд, здесь. Сяосюй, здесь. Лаоэр, здесь. Сунь, здесь. Вэйцзи, здесь. Манжуны, здесь. Цзюнь, здесь. Гуй, здесь. Уходим. Смирно. Вольно. Ты что здесь делаешь, солдат? Приказали, капитан. Выступаем через 20 минут. Кто приказал? Джон, профессиональный военный, который долгое время изучал сержанта Лю. И та самая засада оказалась для него шансом воплотить его дерзкий план. Стучать будем? Я его взял без моего разрешения. Ты так старался его спасти, и теперь хочешь вернуть его туда? Твои засады проваливаются, а это простой рядовой. Тебе не плевать? Ты не ответил на вопрос. Он мне нужен. Для чего? А ты сам как думаешь? Китайский мрачный жнец опустошает ряды военнослужащих США. Ты выслеживаешь его месяцами, не пора ли уже сдаться? Я знаю, чего ты добиваешься, Джон. Заголовка на передовице «Нью-Йорк Таймс». Великолепный американский снайпер убил китайского мрачного жнеца. Но тебе все не дают выстрелить? Конгресс решил, что для политических целей его надо взять живым. Так что... Они наняли профессионала. Потому что у них нет никого, кто бы справился. По крайней мере, здесь. Ты ведь обосрешься. А я буду ждать этого момента. И запомни, Джон. Это война, а не игровая площадка. У меня целая команда бывалых снайперов, и любой из них опытнее тебя. Так что, когда ты здесь передо мной пальцы гнешь, сам не забывай, кто мне приказы отдает. Это не ты. Юйфэн, что это значит? Не волнуйся. Значение хорошее. Нет. Жусин. Не слишком-то приземленно. Он родился зимой. Земли не было видно.
Мы просто образованнее. О чем он? Ну о чем? Назвал тебя невеждой. И что с тобой, что мы образованнее? Когда 30 америкосов убьешь, тогда и получай. 30 это много, ты сам столько не убил. Эй, слушай, думаешь, сержант даст мне бинокль? Губу закатай, он бинокль мне обещал. Я уже давно жду. Отряд. Задание. В горах двое наших разведчиков попали в засаду америкосов. Нам нужно их вернуть. Сержант, а известно, кто они? Неважно кто, ты останешься. Будешь давать интервью. Почему я? Ты самый образованный. Будешь лицом отряда. Капитан. Но нам нужен был сержант Лю. А он из отряда сержанта Лю. Чэнь Дайюн. Раньше он был студентом университета, что не помешало ему пойти в добровольческую армию. Сержант Лю его лично всему обучил. Так что он ничем не хуже. Но вы же сами разрешили нам взять интервью у Лю. Сержант Лю на задание. Дайюн ответит на все вопросы. Он ведь точно такой же меткий стрелок, как сам Лю. Хороший пацан. А когда мы сможем поговорить с самим Лю? Когда вернется, так сразу и сможете. Ловлю на слове. Ладно, сесть. Есть. Начинайте. Товарищ Дайюн, вы бы чего-нибудь хотели? Улыбнуться. Если сержант позволит. А он строгий? Не видел его улыбки, поэтому ты ноешь много. Сержант Лю не строгий. Это Дайюн слишком нежный. То есть сочувственный? Каково это быть частью легендарного отряда? Очень печально. Почему? Печально, что меня здесь оставили. Ты не это имел в виду. Именно это. Эти разведчики, которых схватили американцы, одного Ветляном звали. Вот видите? Я же вам говорил, неженка он. Кто такой Лян? Одногруппник Дайюна. Они вместе в армию пошли. Оба учились у сержанта Лю. Капитан. Разрешите идти. А кто этот Лян? Тот, кто говорил по-корейски, он перешел в разведку до того, как ты у нас появился. Лярд? А в том письме что-то было обо мне? У тебя крыша протекает. Что? Неужели больше некому починить? Она просила брата. Он починит. Эй, Дзи, зачем тебе верхонки? Ты их не носишь, у тебя варежки есть. Эй, они защищают варежки, связанные с женой. Сержант, ты дал интервью? Да. Опять что ли плакал? Руки не морозь. Это он?
Дайон, Лоуэр и я наблюдаем. Сержант, что такое? Я хочу пойти. Шаг сделан. Готовимся ко второму. Ребята, у кого есть обзор на тот северный камень? Сейчас будет. Осторожно, Сяо-Сюй! Уходи за камень! Черт! Стой! Джуны, это снайперы, хватит там вошкаться. Разрешите его вытащить, он кровью истечет. Ван Джуны, у меня есть аптечка. Иду. Пусть подойдет ближе. Я рядом. Лови! Твою мать! В яблочко! И вы трое. Беглый огонь. По моей команде. Даже если можете, не пытайтесь попасть. Понял? Дайон, высматривай их стволы. Используй поварёшку. У тебя есть. Огонь!
Старый фокус. Шутишь, что ли? Отставить! Дайон, позиция! На три точки в среднем блиндаже, как минимум один. Нет. Это чертова западня! Сяосюй, Дайон, по моей команде, отходите в окоп. Дядя, если высунемся, склеим ласты. Если останетесь, прям там склеите. Бегите на раз, положитесь на меня. Лярд, вы их трое, их прикройте. Патроны экономьте, лишнее не тратьте. Четыре. Три. Два. Раз. Не ранены? Нет. Целы. Эх ты, засранец! Нахрена ты бросил ему аптечку? Безмозглый! Чтоб ты знал, Ван Чжун И умер из-за тебя! Не надоело реветь? Терпи. По местам. Деннис мертв, поймал промеж глаз. Господи. Джек? Это точно он. С чего ты взял? Прям как в газете писали. Никто больше так не стреляет. Видишь, вон тот глухой угол. Они высунутся, и я их сниму. Ему дороги эти трупы. А зачем мы вообще здесь? И почему Лян тут? Сержант, все это подозрительно. Разумеется. Будь все просто, мы бы здесь не были. Капитан приказал, мы должны вернуть их. Живыми или мертвыми. Там человек. Северокорейский мальчик идет к Ляну. Он, видимо, узнал из слухов, что ночью Лян тут в засаду попал. И он пришел за Ляном. Они привыкли к стрельбе и виду мертвецов. Его не просто испугать. Он просто хочет Ляна назад вернуть. Никому не стрелять. Повторяю, по пацану не стрелять. Мы всю ночь эту ловушку устраивали, чтобы этот щегол наживку нашу утащил. Не парься, у меня есть идея.
Похоже, мы мыслим одинаково. Котят оставит ли она там? Чему, пацан? Что-то задумали. Давай Теряна вытаскивать. А как? У нас есть веревка? Да. Длинная? Хватит. А крюк есть? Нет. Нет. Нету. Сержант. Идея. Помогите. Ляг, ты уверен? Я поднимал вещи потяжелее. Ерунда. Ладно. Привяжи веревку к Ляну. Есть. Хорошая попытка, Геракл. Какая дохера толстая броня. Дайон, видел их? Плохой обзор, что делать? Лауэр, тоже не вижу. Стреляйте тогда так. По центру блиндажа. Перекрываем Лярда. Давайте из автомата. Тебя мы заберем после Ляна. Ты держись. Тебе еще крышу чинить. Достаем? Ну, скоро станет понятно. Эндрю, Нейт, возьмите что потяжелее. Я этим детишкам преподам урок геометрии. Дядя,
Что? Что делать? Это не он. Дайон, я понял. Я хочу назвать своего сына Тебанем. Смелый был пацан. Сын Лярда позже спросил, почему его назвали Тебанем. А я сказал, хотя мы предлагали кучу имен, отец решил назвать его в честь листа железа. Перестань реветь! Сержант! Позже мальчишка сказал, враги сказали ему сделать Ляну укол. Они не могли ему сказать, поэтому показали. Он не знал, зачем это. Но подумал, это может ему помочь, поэтому согласился. Иначе бы Лян умер. Лен еще живой. Адреналин. А может нет? Как он вообще выжил? А он и не мог пролежать так всю ночь. Лена, видимо, сюда подложили пару часов назад. Американские черти. Они используют его, чтобы мы точно не ушли. Юань? Что ты здесь делаешь? Пришел вернуть тебя в деревню. Лян! Дайон? Лян! Это Лю Вань У. Тут весь пятый. Держись! Мы тебя вытащим! Что, умрешь? Конечно. Мой дедушка говорил, хорошие люди умирают с закрытыми глазами. Правда? А ты можешь меня обнять? И тогда я смогу закрыть свои глаза.
Откуда этот пацан его знает? Агенты разведки активно работают с деревенскими. Они знакомы? Да, я вижу. Дядя, а сколько тут американских чертей? Было 7. Одного достали. Откуда вы знаете? Он его сам убил. А ты видел? Да, видел. У кого сколько патронов? 16. У меня 20. У меня также 12. Экономим боеприпас. Слушайте. Это все непростое совпадение. Эта ловушка была подготовлена. Мы вызов примем. И будем бить этих чертей до конца. Выйди. Вы вдвоем идите на 20 метров. На север. Сделайте этот крюк с чучелом, как на Новый год. Это еще нахрена? Чтобы отвлечь их внимание отсюда. Помните, один изображает, другой копает. Землю дальше кидает. Ясно? Да. Даем. Ты иди на 40 метров на север. Смотри строго направо. Стреляй, как что-то заметишь. Хорошо. Меткой стреляй. Хорошо. Иди. Постой. Я в тебе уверен. Потому что зорче, чем у тебя, ни у кого глаз нет. Ясно тебе? Если будешь действовать быстро, ты станешь самым лучшим. Хорошо. Лауэр, сиди здесь, наблюдай. Пошли, пошли. Сержант? А можно мне надеть мои варежки? Это еще зачем? Я не буду стрелять, а тут не холодно. Хоть ненадолго. Ты что, ребенок маленький? Ты просто по жене своей скучаешь. Вот засранец мелкий. Хрен с тобой. Ладно. Спасибо, сержант. Что они делают? Пытаются окоп углубить? Ракурс довольно хороший. Да, блин. Можешь взять их с двух сторон. Марк, Росс, у вас есть обзор? Нет, сэр. Может, прогуляетесь? Зайдете к ним справа и слева? Давай. Ну а теперь, видишь? Да, вижу. Отлично, целим в руки. По моей команде. Марк,
Росс, слышите? Марк, Росс! Ребята, началось. Держимся плана. Джек, кукольники на севере, да? Да. Я тебя достану. Это он? Конечно же нет. Он не может быть в двух местах сразу. Два, три, четыре. Два, два, три, четыре. Три, два, три, четыре. Двое за двоих. Сержант! Дядя, я здесь, я здесь! Как выйти? Это варежка, которую его жена связала. Его больше нет. А ты должен выжить и вернуть варежку ей. Я не чувствую своих ног. Они онемели. Но ты держись. Ты держись, ты справишься. Мне больно. Можно мне закричать? Да, если больно, кричи. Кричи. Кричи, будет легче. Сержант, он все мечтал получить ваш бинокль. И так его и не дождался. У нашего отряда нет ничего, а у американских чертей все, даже прицелы. Оптические. И снаряжение лучше, и еда всякая, и телефоны, и винтовки, всякие разные. А у нас ничего. Кто сказал, что у нас ничего нет? Кто сказал, что ничего? Я у нас есть. Ты у нас есть. Пятый отряд все еще есть.
пошли они в жопу! Бери ружье и за мной! Лавер, держи позицию! Пошли! Американские собаки все хитрее. Посмотрим, сколько продержится. Вижу одного. Где? Слева. Каждый на счету. Плохой обзор. Как его снять? Мы его выманим. Эндрю! По местам! По местам! По местам! Адреналин перестает действовать. Он не должен терять сознание. Надо разбудить. Да. Лян-Лян! Очнись, не засыпай! Не засыпай, Лян-Лян! Держись! Лян-Лян! Кричи, глаза закрыты. Лян-Лян! Не спи! Держись, Лян-Лян! Не засыпай! Не засыпай! Лян-Лян! Лян-Лян! Продолжайте кричать. Может, споем? Споем на переправе через Ялу. Сработало! Давайте ему уснуть. Громче, громче поем. Yeah.
Не понимаю. Они поют? Вот бы знать, о чем они поют. Ты что там делаешь, Нейт? Я не собираюсь подыхать ради этого идиотизма, Джек. Твой план прищучить их и взять не сработает. Мы ничто против него. Джон, ты нам все говорил. О, этот парень, мы используем его как наживку. Он в центре той фотки из газеты. Но откуда нам знать? Они все на одно лицо. Нейт, ты давно со мной? 5 лет, а что? И за это время я хоть раз не узнал кого-то в лицо? А? Нет. Смотри. Это наша цель. Это его приятель. Его приятель — наша наживка. Понял, умник? Зачем я вообще сунулся в это богом забытое место? Чёртова война должна была закончиться давным-давно. Так что в жопу эту войну. В жопу твой план и в жопу тебя, Джон. Эй, угомонись. Угомонись. Блин. Да он просто очканул, блин. Просто очканул. Уже 4 мертвы, Джек. Остались только мы. Кто следующий, Джон, а? Кто следующий? Давай, все упростим. Делай выбор. Если останешься со мной, я тебя вытащу из этого богом забытого места, верну тебя домой. Но если кинешь меня, если ослушаешься прямого приказа из штаба, я жизнь положу на то, чтобы тебя судили как дезертира. Понял меня? Понял меня? Ладно. Ты помнишь те фразы на китайском? Черт, я эти фразы во снах повторяю, шкипер. Думаю, тут хватит. Переходим на следующий этап. Сейчас узнаем, был ли я прав. Обмен! Господин Лю, ты выходить, он уходить. Господин Лю! Господин Лю! Обмен! Обмен! Твоя на его. Ты выходить. Он уходить. Они знают китайский. Сержант, они вас зовут. Господин Лю. Обмен. Обмен. Ты выходить. Он уходить. Никто не стрелять. Безопасно. Черти. Лауэр, давай, пойдем меняться. Это как? А как ты думаешь, выйдем наружу? Вы с ума сошли? Американские собаки не отступят. Они использовали Ляна, чтобы меня найти. Значит, я им нужен живым. Откуда вы знаете? Откуда знаю? У них оптика есть. И все же, когда я катался, в меня не попали. Так быть не могло, да и сам посуди. У них и громкоговоритель, и говорят они в него по-китайски. Если бы просто хотели убить, к чему заморочки? Мы тут сколько сидим, они бы уже давно вызвали на нас авиаудар, но почему нет? Потому что я им нужен живой. Это все равно опасно. А ты посмотри на Ляна. Посмотри. Сколько он еще протянет? Капитан приказал вернуть его любой ценой. Живым или мертвым. А знаешь почему? Ну, сержант, вы один стоите целой роты. Если при Ляне разведданные, он может стоить как дивизия. Или армия. Раз они хотят обменяться, значит, они не знают ценности Ляна. Мы не можем ждать. Используем шанс. Так что сегодня я верну Ляна. А потом вы как-нибудь вернете меня. Но сперва доставите Ляна. Это отряд, ну? Пока мы идем за Ляном, ты здесь сиди тихо. И наблюдай. Стреляй, если нельзя иначе. Но не выдавай себя. Понял? Вот, возьми мой. Бери. И больше не теряй, понял? Да.
Эй! Опять реветь будешь? Будь ты мужиком! Не вешай нос! Он повелся! Я ж говорил, изучение китайского окупится! Но, честно, я не думал, что он согласится на обмен. А ты? Ну, я не зря его 4 месяца изучал. Его ранили 2, оба раза он спасал соратника. Такова его натура. Я был прав. Лауэр. Не отходи. Идем. Что там за пацан за ним? Ты что, дебил? Если за ним никого не будет, кто тело заберет? Ван Джуньи. Лярд. Сунь. Дзюнь. Гуй. Больше вы не откликнетесь. Я завербовал вас в родном городе. А теперь я не смогу вернуть вас домой. Джек, скажи ему остановиться. Стой! 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 Скажи ему первым сюда подойти. Господин Лю, ты! Подойти! Хочет сперва тело забрать. Мы ему позволим? Ну, думаю, можно, раз он тут стоит. Ладно, скажи ему ладно. Если что выкинут, обоих застрелим. Господин Лю! Согласие! Согласие! Лауэр, забери его. Хорошо. Быстрее! Иди! Сержант! А что я капитану скажу? Все как есть. Лян-Лян сейчас намного важнее. Иди. Я могу снять того, кто за ним. Плевать, пусть живет.
мистер Лю Вэнь У. Наконец-то мы встретились. Граната! Сержант! Сержант! Кто все засрал? Как он? Еще дышит, шкипер! Нейт! Ты! Лауэр! Я здесь! Нога сломана! Сперва забери Ляна! Вот блин! Лауэр! Лови! Даюн, не спеши. Следуй приказу. Не выдавай свою позицию. Ты должен завершить задание. Это капитан Уильям. Срочный приказ. У меня срочный приказ. Как слышите, прием. Ты засрал мое задание. Я тебя убью. Если бы я не выстрелил, вы бы там кровавым фаршем лежали. Шибко умным себе считаешь? Ты сам все засрал. Тело, которое ты использовал наживкой, это не обычный рядовой. Нам сообщили, что это был офицер разведки, выполнявший сверхсекретное задание. И сейчас штаб меня главным поставил. Я обыскал тело, на нем ни хрена нет. Он мог спрятать что угодно внутри себя. Или даже в ране, дебил. Слушай сюда внимательно. Сейчас важно лишь одно. Возвращение его тела любой ценой. Только таким образом ты сможешь избежать трибунала. Тебе все ясно? Конец связи. Подготовить мобильную артиллерию. Готовимся к атаке. Танк и гранатометчики еще в 10 минутах, сэр. Так скажи им газовать. Шкип, Джек, мы обосрались. Теперь мы знаем, почему он согласился на обмен. Чего? Сделай что-нибудь. Отбой, пацан. Лауэр. Лауэр! Даюн. Не выдавай себя. Даюн.
Что ты пытаешься сказать? Что-то там пишет, пытается передать разведданные. Останови его, мать твою, останови! Живой или мертвый? Живой, дебил, живой! Он передал сообщение? Мне кажется, нет. Молись, чтобы нет. Скажи команде вернуть его. За него медаль дадут. Есть, сэр. А ты следи за этим окопом, Джон. Если кто оттуда вылезет, убей. Попался, пацан. Вот ты и попался. Он вкалывает себе воздух, это его убьет. Стрелял. Он всего на миг выглядывает, я его не вижу. Я давно такой стрельбы не видел. Что происходит, шкипер? Откуда этот снайпер, блин? Это последний сидевший в окопе, но он скользкий, как глист. Черт, что происходит? Сколько там еще врагов? Сэр, мы думаем, всего один. Не верю. Вариантов нет, сэр. Может, это призрак? Убил себя. Черт побери, убил себя. Все засрано, и во всем виноват ты, Джон. Мы никогда не узнаем, где он был и что он выяснил. Я буду наслаждаться твоим трибуналом, твоей карьере. Конец, Джон. Конец. Ты в жизни из этого не выкрутишься. И никто тебя не спасет.
Да хрен ли с вами такое? Почему они так долго? Гранатометы! Вы чё ждёте? Сравняйте этот холм! Завалите его! Он должен сдохнуть! Гранатометы! Зарядить! Задолбало все! Кончайте его! Уничтожьте этот холм! Капитан Уильямс убит! Капитан Уильямс убит! Капитан Уильямс убит! Приказ, сэр! Ваш командир мертв. Валите отсюда! А как же задание? Нам надо труп вернуть. Делай, что хочешь. Теперь ты сам по себе, пацан. Я не видел Юаня и не ожидал его возвращения. Ему не следовало возвращаться, но он позже сказал, что просто хотел спасти Лян-Ляна. Взрослые совсем о нем позабыли, а он не испугался и решил спасти своего друга. Мертв. Уйдем по добру по здорову. Да, мы не поймаем китайского мрачного жнеца живым, но нам все равно медали дадут. Ты думаешь, раз Уильямс умер, нам не грозит трибунал? Но что нам делать? Мне кажется, этот пацан ключ к нашей свободе. Эй, лейтенант, слышишь? Да, сэр. Можешь оставить нам танк? Эй, шкипер, у меня вопрос возник. Отчего мы этим щенкам не приказали это задание выполнить? Чем меньше свидетелей, тем меньше проблем, Джек. И мы напишем собственную историю. Мы же не хотим, чтобы все думали, что он случайно в нашу ловушку угодил. Тогда еще вопрос. А почему мы не взяли тело? Что у него там было, он передал пацану. Ты думал, он зря там на поле боя ковырялся? Он тогда передал разведданные, я уверен. Шкипер, я проверил пацана. Он чист как лист. Джек, мы просто передадим его разведке, они сами все вытянут. А мы не только избежим трибунала, мы еще больше медалей заработаем. Ишь ты, героем решил стать? Я прям так это и вижу. Американский снайпер-герой выиграл войну. Снайперы, шкипер. Множественное число. Ну, посмотрим. Это он! Это призрак! Можешь эту жестянку завести?
Рычаги заклинило. Он пришел за пацаном. Я говорил, что пацан важен. Мы должны убить его. Иначе не выберемся. Ты можешь его подстрелить? Он сдриснул. У меня нет обзора. Ладно, лезь наверх и заряжай. Жопой шевели. Ладно, ладно, сейчас шкипер. Снаряд заклинило. Ладно, в жопу, давай пулемет. Живее. Готов мочить. Я его не вижу. Есть контакт! Огонь! Оно, пуля непробиваемая. Твою мать. Кажется, достал. Черт, ничего не вижу. Вот черт. Глаза нам повышибал, умный говнюк. Пусто, шкип. Заряди. Еще дадим по нему очередь, чтоб наверняка. Я потратил все, что было. Да и ты наверняка его снял. Thank you.
Придется научиться подальше бросать. Еще живой? Меня зовут Джон. Тебя как? Откуда ты? Я раньше про тебя не слышал. Кто тебя научил стрелять? Либо Ню? Он тебя научил стрелять. А сегодня я научу тебя умирать. У тебя ж патронов не осталось. Я знаю, ты ранен. Ты мигом за этим валуном кровью истечешь. Уверен, ты считаешь себя крутым снайпером. Сколько моих ребят снял. Но я тебе скажу, у меня есть танк. У меня есть оружие и полно патронов. И пока я здесь, тебе не победить. Я могу так сидеть весь день. И в итоге ты проиграешь, а я выиграю. Тебе уверен, потому что зорче, чем у тебя, ни у кого глаз нет. Если будешь действовать быстро, ты станешь самым лучшим. Фокус. Я его уже видел. Получше ничего нет. Не действуй, реагируй, стреляй после вспышки. Так сержант учил. И вот, Джон все равно ему проиграл.
конфета. У тебя есть конфета? Мальчик, конфета. Больно? Потерпи. Больно? Это была история нашего пятого отряда. В общей картине Корейской войны наш отряд сыграл важную роль. Мы были простыми военными и не вошли в аналы истории. Но для общей победы все мои товарищи пожертвовали всем, чем смогли. Позже капитан сказал, насколько были важны данные, добытые Лян-Ляном. Они касались грядущих планов США против народной добровольческой армии. И тщательный анализ этих планов позволил нашей армии так разместить войска, чтобы саботировать вторжение американцев, вынудив их в итоге покинуть Корею. Капитан, Лян-Лян погиб. Сержант и остальные, мы знаем. Мы забрали их с собой. А сержанта нашли? Нашли его бинокль. Тебе сержант говорил. Не реви ты. Капитан. Сержант погиб. Весь пятый отряд погиб. Кто сказал, что отряд погиб? Пятый отряд жив. Гуй здесь? Не слышу. Гуй! Здесь! Дзюнь! Здесь! Ван Чжуньи! Здесь! Вэй Цзи! Здесь! Лауэр! Здесь! Сяо Сюй! Здесь! Сунь! Здесь! Лярд! Здесь! Чэнь Даюн! Здесь! Ливаню! Здесь! Пятый отряд! Здесь! Ой, 在火堆旁看老照片。
孩子的牵挂。